Дипломы, подарки, цветы и, конечно же, слова благодарности. В Одинцовской библиотеке номер 1 состоялось награждение победителей окружного конкурса профессионального мастерства среди библиотекарей. Участники представили свои работы в 3 номинациях. 10 библиотекарей приняли участие в нашем конкурсе в этом году. Очень надеюсь, что другие библиотекари, когда увидели результаты конкурса, как были представлены работы, какие были представлены материалы на конкурс, перестанут бояться, соберут весь свой уникальный опыт, и в следующем году мы увидим на конкурсе более широкий спектр работ. Работники этой уникальной профессии не только прививают людям любовь к чтению, но и помогают в развитии библиотек, как современных центров культуры и творчества. Основные этапы конкурса проходили с марта по ноябрь этого года. Насколько качественно был организован конкурс, это было видно с самого начала. То есть с момента, как мы начали его отсматривать как члены жюри в марте месяце, как сопровождали, как развивали люди, как действительно они показывают профессию библиотекаря, это что-то абсолютно удивительно, уникально. Всего было 3 этапа – представление творческого портфолио, видеоролика библиотеки и презентация своего проекта. Ольга признается, что конкурс стал для нее отличной возможностью повысить свое профессиональное мастерство. Первый этап самый легкий для меня был, потому что было что показать, было что рассказать. Вот, у нас библиотека прошла огромные изменения за последние несколько лет. И внешний облик изменился, и внутренняя она наполнилась. Выявить самых творческих специалистов библиотек, обменяться опытом и повысить престиж этой профессии. Именно такие цели ставили организаторы конкурса. Выявлять новые таланты со всего округа продолжат и в следующем году. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».